Затертые какие карты биты. Ружги, вот я вам нашего нового главного режиссера Эдуарда Геннадьевича Кипкава. Прошу любить и жаловать. Знаменитый уже недавний выпускник театрального института и прошлогодний призер конкурса смотра. Это он поставил знаменитую постановку, помните? Лисицы не поют. Если он не случайно, чтобы вывести наш коллектив в передовики, чтобы мы победили наконец в смотре конкурсе самодеятельного творчества. Цена этой победы — поездка в дружественную нам Румынию. Ну? Очень приятно. Эдуард Викентич Кипкала. Кипкак? Кипкала. Я считаю, что мы должны взорвать застоявшиеся догмы, устаревшие догмы о современном театре. Или оставить все как есть. Эдуард Викентич, а правда, что если мы откажемся наконец от этих старых, устаревших догм, так сказать, да, мы с вами, может быть, далеко. Пойдем, может быть, даже в Румынию. Вы же говорили мне. Абсолютнейшая правда. И я сейчас постараюсь даже на примере это объяснить. А чего это за хренотень такая? Румыния. Это... Это никакая не хренотень. И как же мы в нее поедем-то? Это хренотень никакая. Простите, пожалуйста, как зовут артиста? Это вы, с позволения сказать, как только не зовут, а по паспорту Колян. Колян. To be or not to be, what? В чем the question? Так вот, то, что вы называете хренотенью, на самом деле является развитой, в прошлом дружественной нам страной, с очень развитым, между прочим, виноделием. Лучше, блин, что какой загажен, а? Петрович, ты же знаешь, что же, мы же уже не по этому же уже делу совсем же, да? Что ты зачастил так? Мы не по этому теперь уже дело. Пожалуйста, а как имя, отчество артиста? Вот. Это вас позволяет сказать артиста, как по паспорту, не знаю, по имени, отчеству тоже, а так кричат все. Баван. Я дерусь, потому что я просто дерусь. Слышь, Петрович, а если нам не нужна эта дружественная бывшая хренотень, а? Да, значит, поедете совсем в другие места. Ты взад в армию, а ты условно осужденный. Отправишься к себе в колонию досиживать прямиком. Так, блин, нервы вообще не... Да ты чё, а? Ты чё? Спокойно. Ты чё? Мы же ничего, мы же... Петрович, мы же актеры, сам знаешь, нервы не... Ну, пошутили. Кто ты мне? Пожалуйста, Эдуард Викентич, продолжайте, всё в порядке. Для начала я хотел бы... вкратце познакомиться с творческим потенциалом нашего будущего театрального тандема. Не могли бы вы что-нибудь показать из своего потенциала? Че, Петрович, нам пристег, что ли, потенциал показывать? Имеется же в виду какие-то творческие экзерсисы, скажем, басня, стих, отрывок. О, а быть может, вы поете или, скажем, танцуете? Давай, Колян! Ну? Ну что, Колян, да? Ты что сразу, Колян?
Вообще мне пора отмечаться идти. Давай, 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 и ты, Вован, тоже. Делали же, ну? Чем про поезд? Ну да. Как, если колес-то нет, блин? Значит, обойдетесь и без колес. Как я без колес буду? Так не злите меня. Давайте без разговоров у меня, а? Нервы вообще не в узду уже у меня. Давай. Сейчас твой режиссер смотрит. Давай. Он уехал прочь на ночной электричке, с горем закурить да промокли все спички. Осени печальные подружки-сестрички, девочка, не плачь, все пройдет зимой. Ну? Как? Замечательно, замечательно. Я думаю, первое место на нашем общедеревенском сотре смотреть. У вас замечательная, замечательная деревня. А это вся труппа, больше никого нет. Да, конечно же, есть, есть. Даша, это как ее, Марфуша, телушница. А где же она? Че мы ее, пасти, что ли, нанимали? Баба молодая, с быками, небось. Да здесь я. Выйти стеснялся. Так, тихо. Марфа Петровна, идите сюда. Марфа Петровна, рекомендую. Эдуард Викентьевич. Всего Пушкина наизусть знает. Да. Что вы говорите, всего? А что там знать? Буря мглою, да? Письмо Татьяны. Маша, я Мравинский, я Дубровский. Поздно, Дубровский, я жена князя Верейского. Кошмар, кошмар. Прекрасно, прекрасно, я знаю, что мы будем ставить. Мы будем ставить Гамлет. Опять? Что значит опять, а? То, что ставили мы уже этого Гамлета. Как на прошлом годе в посевную. Что вы говорите? Как это ставили? Кто ставил, а? Кто-кто? Виктюк в пальто. Вы меня разыгрываете. Как Виктюк? Сам Виктюк? Да! А что? Гамлет, Лаэрт, королева пьет за вас! Сдается мне, что мать моя там чем-то поперхнулась гадким. Да, мать твоя без спросу все тащит в рот, что там попало. А там был самогон, что ей плеснул король зловредный. О, мать моя, что ж в рот ты тащишь все? Я отомщу за это поругание. На, мать моя! На! Мать моя! Я ранен, мать моя! Мать моя! Я ранен, мать моя! Мать твоя! Мне больно, мать твоя! Я ранен! Я ранен, мать моя! Мать моя! Мать твоя! Я ранен! Так что ставили мы, дорогой товарищ Гамлета, знаем. Да, ну у меня, слава богу, много идей. Мы будем ставить трех паратеров, трех мушкетеров. Трех мушкетеров. Здрасте. Опять. Что значит опять? А? Ну, потому что ставили мы этих мушкетеров поросят. В прошлом годе на урожай.
Как вы ставили? Кто ставил? Ну, этот, как его? Боярский! В пальто! Как это? Вы меня разыгрываете? Сам Боярский? Да, а что? Порадуемся на своем веку. Красавице Айкубко, счастливому клинку. Пока-пока-пока, Сил. Д'Артаньян. Портос. Констанция пьет за вас. О, сдается мне, что Констанция там чем-то подавилась. Да, друг, за тем, что в рот без спросу тащит, что попало. Нет. Да, там самогон и был, что приснула ей зловредная миледи. Я отомщу, Констанция, за это поруганье. Что ж в рот ты тащила все? Констанция! Поскакали! Так что, ставили мы, дорогой товарищ, трех мушкетеров. Секундочку. Если мы ставили трех мушкетеров, может быть, нам замахнуться тогда на героев пушкинской прозы и поэзии. Скажем, взять нам Евгения Онегина. Да. Ой. Да? Только не это. Зря напомнил. Тоже ставили? Ставили. Кто? Кто-кто? Бельмондо. Пальто? Да шучу я. Ефремов такой. А... Ну, тоже в пальто приехал, поставил. Сам Ефремов? Сам, да. А что? Онегин! Ленский! Татьяна пьет за вас! Сдается мне, что там Татьяна поперхнулась. Да, за тем, что тянет в рот без спроса, что попало. Там самогонка, что плеснула ей Ольга. Таня! Я отомщу за то, что тянешь в рот ты, что попало, дрянь. Так что и Евгений Онегинов мы играли, дорогой товарищ. Я очень сожалею, но я должен уехать. Эдик. Я рискну последний раз. Что если мы возьмем... Так. Моцарт и Сальери. Что? Это что за хренотень такая? А действительно? А? Вы не знаете. Нет? Да? Вы не знаете, да? Господи, я так счастлив. Ну как же? Это же два известных писателя, в смысле композитора. Они дружили, они жили по соседству. Дружили семьями, дружили жены, сестры, братья, да? А потом они как-то разругались. Да. И один другого отравил. Женские роли там есть?
Нет, нет, женских нет. Ну, раз нет, я пошла к быкам. Подождите, Марфуша, подождите. Быки подождут. Вы будете музой. Будете музой вдохновлять композиторов на отравление, да. Значит, если пить опять, так сразу предупреждаю, я не буду. Нет, 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 стоп, вы наоборот, будете вдохновлять их на неотравление. Будете говорить им, не пейте, да. А мы будем пить? Несомненно. У меня не было вопросов с самого начала. Нормально. Ну что ж, я предлагаю сразу репетировать. Итак, нам нужно стул, рояль и графинчик. Уж графинчик. Есть графинчик? Ну что же, Эдуард Сергеевич, стул, рояль у нас есть. Ну а графинчик? Где же его взять-то, а? Для вас и только для вас. Я предлагаю поаплодировать. А, право. Ты если бы уронил, я бы тебе пробку затолкал бы. Да, но пожелаю творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо вам. Я тихо, штаб, я здесь сижу. Итак, приступим сразу. Вот вы, Колян, я даже запишу. Колян, вы Сальери. Садитесь за стол и тихонечко завидуйте. Вован, а вы Моцарт. Вы гений, вы творите. У вас распирает гол. Марфа, вот и ваша роль пришла. Марфа. Вы муза, вы вдохновляете Моцарта на написание бессмертной музыки. Встаньте рядом с ним и дуйте на него запахом вдохновения. Че, раздеться? Нет, не стоит. Становитесь рядом с ним и дуйте на него, создавайте ветерок вдохновения. Так нормально? Замечательно. А Моцарт вдохновенно играет. Ну что играть-то? Мы на премьере решим чего. А сейчас не важно. Играйте то, что вам нравится. Мальчик хочет там. А тики-тики-тики-тики-тики там. Мальчик хочет там. Прекрасно. А вы, Сальери, сидите и завидуете всеми фибрами души тому, что вы не сочините никогда такую мелодию, как Моцарт. Амадей. Какой Моцарт? Дурак, а? Как я ему завидую, что я никогда не сочиню такую мелодию. Сучок, а? Да. Сальери, завидуйте. Больше завидуйте ему. Вы никогда не напишете такую музыку. Доставайте, выиграйте. Доставайте потихонечку яд. Из перстня яд. А можно он у меня будет в фуфайке? Можно, пускай будет в фуфайке. А вы играете, муза забеспокоилась. Что? Наливайте в стакан. Что это они там такое делают? Моцарт, вы не видите, что он насыпает вам. Подтвердите, что вы не видите. Да, приглашайте Моцарта к столу и предлагайте ему выпить. Моцарт, иди за стол. Здесь яда нет. Жадный, а? Моцарт, пейте, загадочно, пейте. Ну чё, за тебя прям? Давай, я стакан-то раскреначил. Сальери тоже пьет, завистливо пьет. Мужики, я извиняюсь, Эдуард Сергеевич. Вы там не очень-то налегаете на спиртное. У меня реквизит ограничен. Да, обидно, конечно. А теперь попробуем все, что мы прорепетировали, но без моих подсказок. Давай. Я пока реквизит солью в дупелеху. Начали. Мальчик хочет тамбов. А тики-тики-тики-тики-тики-тики-там. Мальчик хочет тамбов. Сергей, завидуйте активнее. Какая оригинальная, роскошная музыка. Вам такую не написать. Пошел яд. Какая оригинальная музыка. Мне такое не написать, сучоныш. Да. Амадей, я едку. Иди, пропусти еще стаканчик. Легко. А муза показывает, не пейте, друзья.
А вы просто так не пейте. Вы пейте за любовь, за вдохновение, например, за Марфу. В смысле, за музу. Марфа, за тебя. Ты что такое сегодня? Верю. Я вам верю. Редкий случай. Давайте закрепим. Все сначала. Мальчик хочет тамбов. Тики-тики-тики-тики-тики. Слышь, Амадей, да, иди сюда. Махнем за Марфу. За музу, в смысле. Легко. Замечательно, замечательно, ребята. Прекрасно, только Моцарт, не забывайте, что Сальери вас предал. Он пытается вас отравить. Да что, Колян? Ты что, ты хочешь меня отравить? Ты же мне предатель оказываешься, а? Ты же хочешь меня отравить? Что ты, а? Сам что ты, Вован, а? Что ты, Вован, а? Что ты, Вован, а? Это я, что ли, принес? Это я, директор морда притащил, это пойло. Хочет нас поссорить, а сам гад с Марфой. Марфа, ты-то как могла? С ней хочет тамбов. Еще чики-татья заставляет петь, это гнизкая. Фуфайка. Друзья, друзья мои, давайте не будем отвлекаться от авторского текста. Вы, Моцарт, вы говорите, постой, постой. И муза вам подает кубок. И что да, кто постой, а? Я в смысле, что передаст? Кто передаст? Сам передаст! Да вы что, мужики? Да вот те черти, да и... Десятого режиссера мне губит, а? Да мы с вами и так не то, что в Румынию. Ну чё, мы чё? Я ему вообще только сайку сделал. Да, ну мы же это самое, в образе же были. Точно. Ладно, надо этот спектакль спасать. Колян, Вован, у рояля. Марфа, давай, выходи из-за кулис справа от меня, слева от себя. Внимание, приготовились. Поехали! Моцарт, Сальери, муза пьет за вас. Я вижу, что там муза кому-то чем-то подавилась. Ну, ед. Хватает в рот без спроса, что попало. А там ведь яд. Вот то, что я тебе насыпал из фуфайки. О, муза. Муза, я отомщу за это. Я сейчас тебя в ответку затараню. Приезжайте к нам в деревню. Нам режиссеры, о, как нужны. Занавес.